Доброе время, друзья! С вами бизнес-тренер Андрей Шаура. И сегодня я хочу поделиться с вами самым главным секретом моих больших достижений в жизни и большинства миллионеров и миллиардеров. Главная победа – это победа над самим собой, над своей ленью, над своими привычками, над своими слабостями. Но победить свои привычки, это еще не значит победить полностью в этой жизни. Необходимо также еще и улучшать свои навыки. То, что вы сегодня уже умеете, то, чем вы сегодня уже овладели, это большой плюс. Но нужно это улучшать. Это как алмаз, которому дают грани. Вы алмаз. И вы можете стать самым дорогим бриллиантом в мире. В этой жизни у вас будет все, если вы начнете это делать ежедневно. Большинство людей сдаются, большинство людей сдаются очень рано. Слово «да» прячется за словом «нет». И вы должны смотреть не на преграды, вы должны смотреть на награду. Награда вас будет мотивировать, вдохновлять. И у вас не будет препятствий, потому что награда будет выше по значимости, чем, например, ежедневные тренировки. И если вы хотите достигнуть результата в каком-либо направлении, например, спорт, то вам нужно что? Заняться своим здоровьем ежедневно. Правильное питание, правильные мысли, пробежка, ходьба, отжимания, гантельки и многое другое. Но если вы хотите стать успешным во всех сферах жизни, или, правильно сказать, стать богатым в этой жизни, то богатство – это не только здоровье, это не только деньги, это не только семья, это не только духовная практика. Богатство – это совокупность всех этих сфер, и желательно развивать себя именно в гармонии во всех сферах деятельности, чтобы у вас были и деньги, и время, и любимое занятие, и семья, где у вас будет гармония. И вот никогда не сдавайтесь, потому что если вы сдадитесь, у вас не будет достижений в жизни. Поверьте мне, человек может в этой жизни на сегодняшний день многое. И 99% того, что есть на планете, и уже кто-то это достиг, значит, вы это тоже можете достигнуть. Не обязательно быть, например, самым богатым человеком на планете. Но можно дойти до уровня несколько миллионов долларов, к примеру. То есть вы должны ставить цели высокие. Чем выше цель, тем ближе попадание к этой цели. Но также вы должны осознать, что не обязательно быть везде на уровне, понимаете, на самом высоком уровне. Нужно стремиться туда, но если у вас будет постоянно хороший доход, если у вас будет время, если вы будете путешествовать, если вы будете заниматься здоровьем, то в совокупности в этой жизни достигнете гораздо больше, чем другие. Я рекомендую вам начать в первую очередь с себя. Если мы рассматриваем сегодня современный мир, то современный мир перешел в интернет. Но для достижения больших побед вы должны совместить и интернет, и живые встречи на земле. Вам необходимо начать развиваться и получать навыки как в интернете, так и на земле. В совокупности они друг друга дополнят, и ваша доходная часть вырастет. Также, если вы хотите овладеть интернет-бизнесом, то вам необходимо изучить основы. Основа начинается с вас. Первое. Вы улучшаете себя. Улучшаете себя во всем. Значит, вам необходимо знание, вам необходим лидер, наставник, команда, система. Вам необходимо желание, и вам нужны действия, постоянные действия вперед. Вот я иду в гору, я не иду с горы, я ее не пытаюсь обойти. То есть, если увеличивается нагрузка, то вы должны взять эту высоту. Также, что мы должны с вами понять, что на сегодняшний день есть пункт номер два. Когда вы начинаете менять себя, это пункт номер один, вы получаете новые навыки, то потом у вас появляется
возможность, и вы начинаете о своем бизнесе, о своих продуктах людям рассказывать, но сначала вы их приглашаете. И пункт номер два – это пригласить людей на встречу. Пункт номер три – люди приходят на встречу, вы им рассказываете о бизнесе, о продуктах, о возможностях, о системе и так далее. И что получается? Если грамотно вы донесли информацию, то четвертый пункт – это завершение сделки. Научитесь завершать сделку. Вообще в любом виде бизнеса вы должны думать не о своих деньгах. Вы должны думать о пользе людей, которые вокруг вас. Научитесь думать о пользе других людей, и у вас будут самые большие победы в жизни. С вами был ваш друг Андрей Шаура. Увидимся в следующем ролике. Делайте подписку на канал в YouTube. Буду постоянно вам давать мелкие рекомендации, но полезные, проверенные опытом. Я в этой жизни потерял не один десяток миллионов рублей. У меня были неправильные выборы. Неправильный выбор как в компаниях, как в продуктах, как в женщинах. Это жизнь. Сегодня я готов поделиться с вами, чтобы вы этих ошибок не сделали. До встречи. Увидимся.